Всем здравствуйте! Вы на канале Тещи корейского зятя. Меня зовут Елена. Сегодня у нас обзор дачи на 23 июня 2018 года. Посмотрим, что выросло. Начинаем вот прямо от входа. Вот фасоль растет, начинает уже вигвамчики оплетать. Это не фасоль, извиняюсь, это горошек. Фасоль тоже начинает. Подсолнухи там выскочили. Вот там вдали фасоль, но она совсем что-то очень-очень чахлое. Вырос пиончик, расцвел. Так, вот эти вот квадратные грядки. Подойдем поближе. Между грядками делать надо больше расстояния, чтобы проходила косилка. Я это не учла, поэтому приходится это все косить вручную. Это не всегда хочется, поэтому здесь трава. Ну, нужно прополоть, конечно. Ну, здесь все выросло. Это шпинат, пошел уже в стрелку. Вот хочу показать кабачок в мобильной грядке. Я отсюда все кабачки пересадила, оставила один. Он достаточно хилый здесь. Наверное, какая-то грядка у меня не такая. Она слишком плоская стала, все здесь умялось. Должны грядки быть, наверное, высокие, как бочки. Вот такие вот, как колбасками. И тогда, наверное, будет все хорошо. В следующем году попробую. Так, это вот помидор, который хилый. Из последнего замеса один пошел, второй пропал. Совсем в открытом грунте, ничем не укрывало вообще. Здесь щавель вырос. Здесь стрелку пошел крест-салат Забава. Мангольд там растет. Но здесь уже практически все мы и съели. Кустарники растут. Здесь все хорошо. Так. Здесь огорода нет. Пойдемте на огород. Так. Кабачки справа посажены сразу. Вот большой. Слева вот этот пересажен из мобильной грядки. Но тоже ничего, тоже растет. Цветочки делают свое дело, очень красиво. Это пузыреплодник, который мне приносила Таня, моя коллега по работе. Вот он какой у меня огромный вырос. Таня, привет, если ты смотришь это видео. Спасибо тебе за пузыреплодник. Так, здесь тыквы, которые сажались. Вот они, тыквы какие. Тыквы растут, грядки оседают. То есть у нас были грядки, мы сажали кабачки и тыквы на крапиве, на картонке там все это. Ну вот, я думаю, что все это к осени перепреет, и здесь все сравняется. Здесь большой кабачок был посеян сразу, он вышел один из трех. Здесь я досаживала из мобильной грядки. Ну а там тоже слева сразу был посажен, а справа кабачок тоже высажен из мобильной грядки, но тоже в рост пошел. Вот никак не доберусь, чтобы выкрасить эти бочки. Малина вот начала, пошла. Не знаю, у нас как она быстро идет. Первый раз ее сажала, первый год. Осенью обрезала, что сейчас не будет, не знаю. В этом году решила ее не обрезать. Сказали, можно так делать, просто она будет плодоносить летом. Мне, в принципе, это и надо. А так только к осени. Так, это теплица. Тут вот огурчики, чего-то как-то теплится. Мобильной грядки, но там цветут помидорки. Вот это вот эти вот помидорки напоминают какую-то елочку новогоднюю с игрушками. Вот правда, что здесь очень много завязи, но почему-то помидоры не завязываются. Не знаю, может быть, здесь мало пчелок, может быть, надо сюда пчелок как-то привлечь. Ну, правда, вот где-то висят. Может быть, я многого хочу, может быть, они попозже будут, может быть, еще очень рано. Но вот те малыши, маленькие вот помидорки, они вон какие, видите, усеянные. Вот там еще помидорка видна. Перец вроде бы ничего. Перец, так, это помидоры у нас. Перец после того, как обработала пылью табачной, тоже вроде бы ничего. Себя чувствует еще в пыли, вот весь сидит. Но поливаю его под корень. Здесь вот он тоже пошел в рост. Вот так здесь все. Вон там висит какая помидорина. Помидориха я ее называю. Помидориха. Ну вы теперь здесь вдвоем меня сторожите, да? Помидоры выросли большие, высокие. Посмотрите, вот этот, я не знаю, что это за сорт. Потому что покупали в Тимирязевской академии. И там непонятно вообще как-то было. В следующий раз подойду к этому более ответственно. Или все-таки свои у меня получится, или же буду также докупать уже готовую рассаду и подписывать. Хотя не знаю, нужно ли это.
может быть и нужно, если надо что-то засаливать и обрабатывать. Так что вот такая теплица. Идем дальше. Так, здесь помидоры. Вот они, которые высаживала, совсем тоже хилые, из последнего замеса. Вот растет раз помидорка, и вот вторая помидорка растет. Укроп, свекла, это редиска, остатки. Вот надо будет французский завтрак. Хороший сорт, мне понравился. Ну, свеколка. Где-то здесь еще вот капуста тоже у меня растет, но не так много. Ну, это моя картошка после веерного окучивания. Есть там у меня небольшой ролик. Так, это патиссоны и кабачки. Картофель, который здесь был брошен просто. Вот он какой, когда проверяла, есть или нет там всяких гадостей, проволочник. Вот он какой растет. Вот эта помидорка из последнего замеса. Вот они тут получили совмещенные такие посадки. И вот они, последние помидоры, видите, на газете. Я еще не положила сюда мульчу, не было травы, поскольку я окучивала картофель этой травой. А это вот предпоследние помидоры, которые мои выращенные, родные, роднулечки мои, с которыми я сама занималась, и которые я хотела выбросить. Но вот хорошо, что не выбросила. Они даже под укрытием у меня вот здесь начали цвести. Так, ну-ка. Вот это, по-моему, самый плохой цветок. Я его удалю. Какие-то большие цветки. Я видела, что говорили, что они плохие, их надо удалять. Ну вот сегодня сняли покрытие, поскольку уже жарко стало. Так, под покрытием еще у меня были огурцы. Вот они, огурцы растут. Укроп, огурчики, картошка тоже здесь. Получилось все смешанное. Ну, огурчики на земле тоже ничего. Так, это у меня кукуруза вот такая вот выросла. Что уж с ней будет, как она будет расти, я не знаю. Впервые ее посадила, но очень интересно. Может быть, даже и часто она сидит, как она там раскидывается. Ну, все посмотрю, проверю. Так, это у меня бочковые огурцы, как я их называю. Вот они уже такие стали достаточно большие. Так, это лось тут со мной растет. Это мои цветочки. Ну, в общем-то, вот он и весь мой огород. Но, в принципе, здесь вот тоже все пошло. И свекла, и кабачки здесь растут. И картофель. Опять же, тот же проволочниковский, как я его называю. Укроп такая, это что? Это у меня, по-моему, дайкон. Если тут дайкон, посмотрим. Нет, здесь пока дайкона нет, еще пока ботва. Там все это морковь, картошка и так далее. Здесь у меня, смотрите, ягодки пошли. Первый год клубники. Вот они какие ягодки красивые. Вот они какие красивые ягодки. Вот они какие красивые. Надо уже их собрать будет. Вот они какие. Красотули. Это ремонтантная клубника. Вот красивые. Чеснок, лук. Так. Здесь усы надо оборвать, обрезать. Кто как, что. Потому что здесь сейчас усы не нужно пускать. Ну и чеснок. Вот мульча, которая... Это семечки, шелуха от семечек. В общем-то, клубника себя на ней хорошо чувствует. Смотрите, никакие сорняки не прорастают, ничего. Там вдали морковка, по краю грядки опять свекла. Это горошек и бобы там сзади. Смотрите, как в рост пошли по вот этой опоре, которую я тогда плела. И вот моя капуста, которую я спасала табачной пылью. И бросала сюда томатную ботву. Вот она какая. Вот грядка капустная. Салат. Петрушка. Так, а вот дайкон у меня. Смотрите-ка, здесь дайкон вырос. Вот он. Вот он какой. Дайкон. Растет тут дайкон. Вот. Это, вот огурчики тоже. В этой бочке. Растут. А здесь вырос салат и кабачки. А здесь в бочке я просто посадила салат тоже. Посмотреть, думаю, будет расти. Нет, смотрите, какой красивый, какой шикарный букет вместе с
с бархотками. Просто великолепно смотрится. И выросло это все вот в такой высокой грядке, в бочке. Так, здесь все выросло. Вот здесь ничего не выросло. А, нет. Ух ты ж. Это ж я только увидела. Но это я подсаживала второй раз. Вот вырос кабачок. Из первого замеса ничего не выросло. Майского не было. Это вот я прошлые выходные высаживала. Так, здесь ничего там не выросло. Вот в таких емкостях редиска не растет или растет. Ну, чего-то там есть, но ну, чего-то есть тоже. Какое-то хилое. Не так, как, конечно, в открытой земле. Вот здесь. Вот здесь тоже кабачок майский растет. Я уже не помню, даже кабачок или патиссон, или тыков, что я здесь сажала. И вот в прошлые выходные посадила повторно. Здесь вот кабачок выскочил. Будет расти. Ну, я рада. Очень рада. Это моя хвойная группа, я так ее называю. Очень красивая. Так, здесь тоже растут подсолнухи. Крыжовник. Оттуда мы с вами начали. Крыжовник. Вот так. Огурчики опять в бочке. Огурчики. И уже, смотрите, есть завязи. Вот такая вот совсем уже маленькая бочка, которая там внизу уже вся стлела, сгнила, и мы ее прям в землю туда воткнули. Сняла уже везде и всюду этот укрывной материал. Сейчас ночью достаточно теплая. Вот так вот. Вот так все растет потихонечку. Посмотрите, как красиво здесь цветы прижились. Вот в этой кастрюле как-то им понравилось, видимо. Цветы моя мама очень любила. Я рада, что они здесь прижились. Ты мой цветок. Хризантем ты моя. Да, вот эти цветы, которые я высевала. Многолетники. Ничего тут так и не вышло. Ничегошеньки. Вот не люблю я семенами сажать. И здесь вот хуже растут тоже вот эти желтенькие цветы. Они одинаковые совершенно. А вот что я вот это посадила, вот совершенно не помню. То ли это салат какой-то, то ли это цветы. Абсолютно не помню, не знаю. Здесь тоже... выскочил подсолнух. Вот это вот моя пряность, которая так тоже не знаю название. Ну, пойдемте покажу, что мне не понравилось. Не понравилась мне вот эта грядка. Не понравилась мне вот эта грядка. Ну, как не понравилась? Она, конечно, нормально. Вот свекла зашла по краюшку. Капуста, самая первая, которая была из рассады. Но она здесь очень-очень хилая. Может быть, здесь ей солнца не хватает. Так что капусту здесь лучше не сажать. Укроп зашел. Вот здесь вот я сажала тоже многолетники. Может быть, это цветы. Я так прополола немножечко. Но, по-моему, это цветочки какие-то выскочили. Лук хорошо здесь растет. Здесь лук уже практически висели. То, что я здесь сажала салат, и тогда сажала в коробочке из-под яиц редиску, ничего здесь не взошло абсолютно. Земля везде одинаковая, но... наверное, здесь солнца недостаточно. Или какая-то сырость. В общем, как-то мне надо что-то думать с этим местом. Или грядку эту отсюда вытаскивать и переносить на другое место. А сюда, может быть, даже и малину посадить. Не знаю. Буду думать. Потому что малина тоже как-то, она вот этим забором, который слева, тень от него падает. Малина, ну все, в общем-то, все любят солнце. Ну, так что вот вернулись к исходной точке. Вот это вот все, что у меня выросло на сегодня, 23 июня. Всем пока-пока. Хороших урожаев, хорошего настроения, улыбок, солнца и тепла.